Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская. Сегодня мы продолжаем играть в мистический квест на сайте Darknet. Я заказала бабку Гренни и заказала ее не как обычно к себе домой, а к нам в загородный дом. И, ребята, она уже идет передо мной прямо здесь. Мы сейчас постоим с Димой, подождем и посмотрим, что она будет делать, пока она уйдет. Нам нужна карта, и мы будем что-то по ней искать. Скорее всего, будет это каких-то 5 предметов или каких-то 5 заданий, которые мы должны в определенное время пройти, отыскать, так, чтобы бабка Гренни нас не замочила. Итак, Дима, кстати, меня снимает мой оператор. Всем Дима. Привет. Так, ребята, короче, вот мы находимся здесь у нас в загородном доме, где очень много происходило мистических видео, ребята. Так что посмотрите обязательно. Я ссылку на все видео оставлю в описании. Итак, сейчас мы должны отыскать карту. Она прошла вот здесь. Где она? Нужно искать карту где-то на дороге или где-то во что. Во что бы то ни стало. Так, погоди, я нашла. Там карта? Карта, карта. И теперь нам нужно придумать место, где мы будем проходить все эти задания. Пока ничего не понятно, бежим за мной. Скорее, скорее. Я могу наблюдать отсюда бабку Гренни, она зашла за дом. Сейчас она зашла за дом. У нас есть время добежать до места, где мы будем собирать все, что необходимо. Пока я не вижу на карте какие-то странные вещи. Итак, бежим скорее. Сейчас. Я думаю, что нам необходимо будет разобрать карту в каком-то месте, где Гренни не сможет нас увидеть. Я думаю, дом из дерева нам подойдет. Давай скорее сюда. Фу. Итак, ребят, сейчас мы будем изучать карту. Здесь 5. Что это? Здесь 5 конвертов. Ребята, вы видите? Здесь 5 каких-то конвертов. То есть я так понимаю, что нам нужно будет искать конверты. Конверты. Что-то спрятано в конвертах. Что-то спрятано в конвертах, вот что. И, возможно, все это взаимосвязано. Скорее всего, в игре бабка Гренни прятала ключи. Ключи, которые нужно нам все найти. Скорее всего, это ключи. Подожди, а это что? Смотри наверх. Не знаю. Давай попробуем. Потянем. Черт, что это такое? Что это? Я не понимаю. Опа! Что-то упало. Что-то упало из этой маски. Что-то похожее. Что-то? Слушай, похоже, там конверт? Это конверт. Подожди. Сейчас я открою. Там что-то есть внутри. Ключ. Все, ключ, ребята, есть. Теперь будет легче. Получается, мы должны искать конвертов. Вот такие маски. Это внучки бабки Гренни. Посмотри, у них волосы, как у нее. И они такие же жуткие, страшные. Первый ключ готов, ребята. Итак, мы оставляем здесь первый ключ. Бабка. Нам осталось еще найти 4. Вот такие маски нужно искать. Подожди. Где? Дима, она идет. Она сейчас нас замочит. Убегаем скорее. Давай ее в обход. В обход, побежали. Так, пока она там, у нашего дома. Давай искать здесь ключи. Надо все здесь проверить. Там есть что-нибудь? Нет. Нужно искать, скорее всего, маску. Тут ничего нет. Нам нужна маска. Еще один ящик. Есть. Еще одна маска. Где? Где Гренни? Так, она ходит где-то там. Скорее побежали на наше место. Главное, чтобы бабка Гренни нас не замочила. Стой, она здесь. Она за нами? Она идет. Она возле дома. Скорее, быстрее. Нужно отметить все предметы. Так, следующая маска. Боже, какие они страшные. Здесь должен быть конверт. Да, есть. Значит, мы все правильно делаем. Вторая маска. И второй конверт. Здесь тоже должен быть ключ, скорее всего. Да, есть. Еще один ключ, Дим. Еще один ключ готов. Где там бабка Гренни? Я ее не вижу пока. Она где-то ходит. Тихо, тихо. Слушай, там мы проверили. Сядь, смотри. Что? Ага. Я вижу, она там ходит что-то. Может быть, там тоже что-то есть. Надо проверить. Что-то еще нужно проверить. Погоди. Нужно проверить. Может быть, здесь где-то что-то есть. А? Какие-то места. Подожди, еще здесь какая-то дверечка. Нет. Тут ничего нет. Не знаю, где еще может быть. Давай за домом проверим, пока она там. Ребята, мы сейчас бежим за дом. Вот за этот дом. Нужно искать. Ребят, если вы увидите
Нужно искать такие маски. Нужно искать маски или что-то наподобие. А, может быть, здесь что-то есть. Что-то спрятано. Посмотри, мне кажется, или это то, что нам нужно? Похоже. Еще одна маска. И конверт в ней. Боже, жуть, какая-то жуткая маска. И конверт внутри. Возвращаемся, бабка, идет за нами. Она меня. Стой. Она сейчас замочит нас, боже мой. Покойся. Скорее, Дима, она медлительнее, чем мы. Она медленнее, чем мы. Ты видел, как она махала? Ты видел, как она махала этой битой? Убил тебя. О, итак, третья маска и третий конверт. Что в нем? Ключ. Три ключа собрата. Три ключа. Дим, у нас осталось еще два ключа. Два конверта. Нам нужно подумать. Подожди, а ты не увидела ничего у нее? Я даже не один ключ с собой. Ты это видел? У нее внизу. Но нам осталось еще два ключа. Нам еще два ключа осталось. Нет, один ключ у нее, еще один ключ найти. Где еще один ключ? Ты считаешь, что у нее один ключ? Да, он внизу. А второй еще, нам нужно два найти. Итак, ребят, нам осталось найти еще две маски с ключами. Но Дима говорит, что он видел один ключ у самой бабки Гренни. Я не знаю, как мы будем его доставать. Но для начала нам нужно везде поискать, посмотреть. Погоди, я что-то вижу. Стой, здесь очень опасно. Походу, здесь какие-то ямы, Дим. Стой на месте. Что? Что ты видишь? Не знаю. Нужно, скорее всего, перепрыгивать. Здесь канава. Короче, я буду прыгать, ребят. Раз, два, три. Вот это маска. Маска. Нужно срочно обратно. Бабка Грэнни идет. Скорее прыгаем обратно. Скорее. Она подходит к дому. Ребята, она подходит к дому. Итак, четвертая маска. В ней должен быть конверт. Да, в ней конверт. Сейчас я открою. Скорее. У нас осталось слишком мало времени, да. И здесь еще. Пошла? Да, четыре ключа на карте. Остался последний ключ. Ребят, смотрите. Раз, два, три, четыре ключа. Еще один конверт с ключом. Дима сказал, что он Грэнни. Нужен план. Нам нужен какой-нибудь план. Надо спрятаться где-то. Смотри, она остановилась у колеса. Она что-то там копошится. У меня созрел план. Смотри, короче. Ты будешь стоять на месте, чтобы ее отвлекать, если что, вдруг. А я подойду сзади, пока она занята. И попробую ее обыскать и найти ключ. Если вдруг что-то она погонится за мной, пожалуйста, прикрой меня. Ты все понял? Понял. И все, теперь я захожу сзади. Ключ у нас! Дим, есть! Пятый ключ у нас! У тебя получилось? Да, пятый ключ! Молодец! Скорее на карту! Все, ребята, мы собрали 5 ключей, мы прошли этот мистический квест бабки Грэнни, у нас получилось, ура! И все это благодаря вам, вашим лайкам и вашим комментариям. До встречи в новых мистических видео, пока!